Что там? Птички? Монстр. Давай на выход, Алиса. Пустил монстра домой, убери за ним. Да? Очень любит смотреть из окна, что происходит. Мне нравится, что я за ней хожу. Хочется самостоятельности. Нет, на кухне никакой самостоятельности. Любимое место в углу. Видели ли вы новосибирских лис? Нет, я не видел. Я знаю, что Алиса у нас обычная дикая. Вот, но про новосибирских лис у меня сейчас есть большая статья. Если интересно, могу отдельный выпуск сделать и рассказать, и плюс еще сказать свое мнение. Что такое? Быстрее, там Макс идет. Быстрее надо есть. Дальше. Что будет с Алисой, если она очутится одна в лесу? Ну, у Алисы инстинкты очень сильные, так что ничего с ней не будет, выживет. Главное, чтобы машина не сбила, если там дороги, да, и какие-нибудь придурки, от которых у нас много, к сожалению. Их, наверное, везде много. Вот. Дальше. Когда она скрипит, что это значит? Всегда по-разному. Она так общается, разговаривает. То есть у нее такая манера общения скрипучая. Вот сейчас она, видите, скрипит, что негде закопать. Она сейчас куда-то полезла закапывать. Дальше. Как Алиса реагирует на объятия? Плохо реагирует. Обниматься вообще не любит. Начинает злиться. Так как ее зажимают в угол, как она считает. Оставляете ли вы ее одну на хозяйстве? Да, оставляем. Ну, как одну. Вместе с собаками оставляем без вопросов. Вот. Любит ли она зеленый горошек? Зеленый горошек она любит. Вот, вообще... по настроению, и зеленый горошек тоже ест. Вот. Все. Это все вопросы. Да. Что такое? Нету больше, нету, да. Ты... Вот сейчас злится, что я ей больше не даю. Но ничего страшного. Так что, видите, как себя эта няшка ведет, если ей не нравится что-то. Так что она не такая уж и безобидная. Нычка там твоя, нычка. Что такое? Вот сейчас она говорит мне, чтобы я, во-первых, отошел от ее нычки, во-вторых, дал ей сыр. А когда она его не получает, она вот очень сильно злится, потому что до этого-то она получала этот сыр. Ну все, вот и вся любовь. Сыр закончился. Нет, ну вы на нее посмотрите. Я сейчас... Что? Что за хулиганье? И такая села, как будто рюкзак только что сдернуть не хотела. Кто такая? Все, уходишь. Правильно. Кто такая довольная? Довольное вечернее лесо. Что тут на зубе застряла? Шерсть. Ха-ха-ха, вот так ты садишься, да, на задние лапы, чтобы меня покусать? Все. Это называется «Пришла ночь». Пришла ночь, и вышла игривая лиса. Это брат-близнец Алисы, которая игривый. Или сестра. Нет, сестра-близнец. Покусаю. Что это такое? Кто разыгрывается на ночь глядя? Кто? Кто потом фанерой будет бегать по всему двору? Ой. Ой, что такое? Что, не помещаешься? Все. Ох, молодец какая. Язык. Ну давай. Что такое? Зубастая морда. Это разыгралась. Свирепый зверь. Попросили тебя замерить. Сколько ты в длину, чтобы в лисах измерять. И в хвостах лисьих. Почему ты весь день спала, а вот ночью начинаешь вот такую вот игру? Все. Ну. Все? Успокоилась? Какая погода! Ну, давай. Лися, вот теперь моя очередь. Давай посмотрим, что тут начесать можно у тебя. Хватит ли наваленок или не хватит? Какая спокойная. Сейчас вы услышите, как Алиса просыпается, начинает возмущаться. Вот. Завтра лето, а ты еще в шубе. Что делать-то? Надо же уже как-то избавляться от нее. Если сама не можешь, давай я буду помогать. О, хвост. Даже хвост дает чесать. Это только после сна. А, вот, да, слышу. Что такое? Спокойствие, только спокойствие. Та-да! Прекрасный ковер бы получился. Шерстяной.